Fenerbahče, большой клуб и один из лучших в мире. Но сравнить Динамо Казань и Фенербахче это практически невозможно, если мы говорим про организации клуба, потом волейбольный центр и так. Это практически то, что я знаю, то, что я увидел, только два клуба в мире имеют такие условия за тренировочный процесс и все остальное. Это Акиф Банк и Динамо Казань. Так, мое желание давно было, чтобы работал в Казани, но, как знаете, здесь работал тренер передо мной, который был, еще есть, конечно, один из лучших и имел очень хорошие результаты, и завоевали и чемпион лиги, и все. Так да, не было практически возможности за так все. Но когда появилась возможность, я сразу сказал «да». Когда руководство одного клуба, люди, которые в руководстве ничего не знают про волейбол, про спорт, а хочет мешаться или, как сказать, хочет, чтобы они решили, кто будет играть, или почему это не играет, или почему результаты такие, так, это очень плохо, очень плохо. И первый раз, когда то случилось, не было, серьезно, не было раньше в Фенербахче, но первый раз, когда случилось, я сказал, что больше не буду там работать, и все. И то было где-то в январе, думаю, так. Но потом и играли очень хорошо, и завоевали чемпионат Турции, два кубка в этой сезоне. Тогда потом, конечно, президент так начал думать, сказал, что можно и остаться, давай, пожалуйста, но я решил, и все, то не бывает так просто. Ну, знаете как, клуб, как Динамо Казань, у них амбиции всегда высокие, это нормально. Это клуб, который завоевал много раз и чемпионат, и кубок, и все остальное. Но, с одной стороны, конечно, надо иметь амбицию, и всегда надо попробовать, чтобы победил все практически. Это и мой цель. Но надо и быть реальным, конечно. В этом моменту минимум две команды, думаю, эти Динамо Москва и Калининград, Локомотива Калининград, у них и команды, и бюджет, и все очень-очень высокий, и команда очень хорошая, тогда будет очень-очень тяжело выигрывать. Но если все получится, если первые иностранцы приедут как надо, чтобы, и если мы будем работать как надо, и если не будет больше травма, первое и основное, думаю, что у нас есть шансы, есть шансы. Невозможно сказать, что мы фавориты, это 100% нет, но у нас есть шанс, чтобы завоевали чемпионат России. Она просто сказала, что у нее есть информация о Динамо Казани, как то очень хороший клуб, как тоже ей нравится, кто будет тренером, и все, и она хочет что-то поменять, и так. Это просто девушка, которая хотела что-то, как сказать, еще один уровень больше, чтобы у нее, знаете как, она очень-очень большой талант, очень большой талант. Но в последних пару года прогресс, есть прогресса, но нет так, как все ожидали от нее. Так да, и она, и я, и все планируем, чтобы здесь она прогрессировала много за эти первый год. Казань, я то знаю от раньше, что очень-очень красивый город. Он есть, невозможно сказать, что целый город новый, но есть много этих новых и дома, и рестораны, и
спортивные какие объекты, то много, потому что было здесь и универсиада, и чемпионат, не знаю, мира в ватерполо, и чемпионаты разные другие. И Казань выглядит очень-очень красиво. Ресторана есть много очень красивых. Есть место, это, как называется, Белый Кремль, да? Это был и внутри, и посмотрел, выглядит фантастично. Очень-очень красивый город. Бюрократия. Бюрократия, дефинитивно. Нам надо сад идти в Челябинск, ехать, лететь, как. И надо, мне надо подписать 20 каких бумаги. Это нигде и никогда не было, кроме в России. Или, не знаю, когда хочу купить карточку за телефон. Я уже спрашивал его там, извините, а надо давать кров и все остальное, потому что все остальное нужно давать. У нас, к примеру, карточка купится на там, где сигареты покупаешь. Только деньги, это 20 секунд, да. Здесь это процесс. Это только то. Да. Все. И, конечно, то, что... Не надо сказать, это плохо за молодые люди, человек, как сказать, но мне то мешает в моей жизни, это то, что решили 10 лет назад, чтобы запрещили курение. Везде это катастрофа. Это катастрофа. Надеюсь, что будут открыты какие рестораны, где можно курить. Никто. Потому что они знают хорошо мое мнение. А это первое. Другое, в Сербии, когда скажешь, что идешь работать в России, они все так очень счастливы. И, конечно, первое, что ты делаешь, давай, когда вернешься, чтобы футболку какую с Россией, это в России просто 90% людей очень-очень любит Россию. Думаю, только одна разница, не знаю, если я это умею объяснить или нет. Сербы чуть, как сказать, энергичны или менталитет по-другому, в смысле, русы чуть спокойнее, чем сербы. У нас адреналин работает намного больше, чем у вас. Это основная разница. И в спорте, и в жизни нормально, да. А все остальное, это очень-очень похоже. Да, это никто не может сказать точно, почему это так бывает. Что одна страна, вот сколько, 7 миллионов, это как Москва имеет сколько, 3 раза больше или что. А таких успехов есть в спорте. Не знаю почему, но может быть это разница между нами и русами, что просто за эти адреналин сказал, что у нас всегда он работает, и мы всегда думаем только о том, что надо биться. Надо биться. Все равно, если бьешься с каким противником, который 3 раза лучше, чем ты, или сильнее, и то, или какой другой, все равно. У нас никогда, да, не сдаемся. Так, это право слово, да. А, да, дефинитивно Новак Джокович, то, что он сделал, то... Он думает, что он может быть между первых 3-4 спортсменов в истории спорта. Нет тенниса, но спорта вообще. Так, да, то, что он сделал, это просто невероятно. И то, думаю, что тяжко кто-то будет повторить. Это. Он 100% первый сербский спортсмен. Да. 100% есть. Первый. Марина Бабешина.
Я работал со много игроков, и разные страны, и очень-очень известные и хорошие игроки, но осталось одно имя как игрок, конечно, но первое как особа, как капитан, как это Марина Бабешина первая. Потом, конечно, было еще много-много-много сербских и остальных. Фолуке, Акенрадево, центральный из Америки, да, это очень-очень хороший игрок и особа, конечно. Мамадова, как играла первый год в Омске, это давно не увидел. Очень тоже и как особа, и как Риньери и Леджери, две легенды практически итальянского волейбола. С ним работал в Перуджи. Но есть много. Я буду забить 100% кого, но есть много. Но первая, я то всегда говорю, это Марина. Я очень часто улыбаюсь. И на тренировке, и на игре нет так, но на тренировке намного больше. И всегда счастлив, когда, конечно, команда тренируется хорошо, когда какой игрок сделает что-то так замечательно, или не знаю, как то сказать по-русски. И когда, в принципе, когда доволен с командой, я часто умею улыбаться, и они могут, игроки, вам сказать, что у нас есть много шутки на тренировке. Нет так серьезно, как вы думаете. Я то всегда говорил и в национальной команде, и в клубе. Если мы будем функционировать как семья, у нас очень-очень большой возможность, чтобы выигрывали на концу. Если нет, очень тяжело. Иногда бывает, иногда нет. Зависимо, какие игроки, какие особи имеете в команде. Характер очень тяжело поменять. Практически невозможно поменять характер, какие особи. Можно чуть-чуть поменять, но чтобы поменяли много, это практически невозможно. Так да, зависимо, какая команда. Но я согласен с этим, что Вербов говорит 100%.